Ребята, всем доброе утро. У нас сейчас завтрак. Мы с Ликой будем кушать тортик. Лика себе сделала чай с гибискусом, шиповником и малиной, ее любимый чай. Да, Лика? Угу. А я буду, конечно же, пить кофе и тортик. А это папино блюдо. Завтрак. Все, ребята, мы кушаем. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Кстати, тортик очень вкусный. Я уже, по-моему, говорила. Спой нам свою любимую песню. Спой, птенчик, не стыдись. Мы Миланку сейчас везем к бабушке. Покажи нам, что там у тебя в сундучке. Мы не Миланку везем к бабушке. А мы бабушку едем веселить. Бабушка что там? Такой вот у тебя, кто это там, червячок или как его называют? Червячок. Червячок, да. А сами едем гулять, да, Ликуль? Да. А я нет. А Миланку решили бабушке? Миланка все равно, она спать будет. Да, она у нас уже сейчас час дня. Поэтому мы решили отдать бабушке, а сами поедем чуть погуляем. Сегодня вроде выходной, праздник, так что всех, кстати, с праздником. Кто отмечает этот праздник? А кто знает, как он называется? Да, ладно. Ну ладно тогда. Тогда праздник. Да, всех с праздником. Кто, Милаш? Хвостик оставил. Хвостик, ты прищемила хвостик. В общем, мы решили заехать в Континент. Мы здесь не были. Мы были. Но мы были в Мазопарке. Да, на мой день рождения. Да, сейчас мы решили походить по самому торговому центру. Посмотреть, что здесь есть, какие магазины. Ну, в общем, походить, погулять. Себя показать? Конечно. Как же без этого? Зашли в Модис, посмотреть, что в Модисе. Мы давно в Модисе не были. Девочки налево, мальчики направо. То есть девочки, мальчики направо, девочки. Фу, девочки. Мальчики налево, девочки направо. Что здесь такое? Что это за яйцо? А, там динозаврик? Динозаврик. А это что такое? Контейнер для мусора вот такие? Тенюшка, лягушка? Ну да, для бумажки. Что это такое? Туалет-брызгалка. А ну-ка покажи. Не нужно? Там водичка брызгает. Что? Набор фонариков на палец. Надеваешь на пальчик. Мини-фонарик. Включаешь, и он светится. Очень удобно. Но не нужная вещь для нас. Ой, смотри, там зародыш какой-то. Что это такое? Зародыш. Антистрессик, да? Да. Может, Миланке такой взять? Зачем? Что это такое? Раньше спиннеры были. Антистресс? Да. Волчок? Да что-то все мокрое. Наверное, что-то разлили. Лопнули какой-нибудь антистресс. Протек. Вот так ставишь, а он так будет крутиться. Не, мне вот понравилось вот это. Покажи еще вот такой антистресс. А еще я сейчас еще покажу. Давай. А вот что и разлили. А вот мы и нашли, да? Спиннеры, как всегда. Куда же без них продаются. Смотри, китайские шашки. Шашки, шашки. Смотри, колечко, которое светится. Наверное, ударить надо, и оно будет светиться. Нет? Значит, уже отсветилось. А вон, смотри, бутылки. Фломастеры, смотри. Ух ты. Конфеты. Какая сторона открывает? Ага. Такие мини-фломастеры. Не без запаха? Может, пахнет каким-нибудь? Не пахнет. Не пахнет? И как? Ну, может, уже...
такая штука нам не нужна, тут ручки. Ой, да, у нас лежит она. Я поняла, голубчик. Пилочка, да, или что? Нет, это такая штучка. А, нужна. Держать для телефона. Да. Не нужно? Нет. Точно? Точно. А как это происходит? На палец задеваешь, приклеиваешь к чехлу, допустим, и вот так вот. Можно как подставку еще даже использовать. Можно как подставку? А, да, вот можно как. Канцелярия. Ой, смотри, какая тетрадь. 50 листов. Ложка пластиковая. Мне вот эта ложка понравилась. Смотри, что там. О, вот они, да, пенальчики в виде банана. Эй! Прикольная пенала. Вот эти какие-то. Набор стикеров в виде черепашек. 49 рублей. А так, тут не только в виде черепашек. Мишки. Два мишки тут есть. Пингвинчики. Вообще много тут всяких стикеров. Ручки есть. Красивые цвета. Ликоль, тебе не нужны ручки? Есть у тебя ручки? Красивые, смотри, какие цвета ручек. Не нужно? Это щетка для мытья посуды. В виде леденца. Глаз застрял. Один двигается, второй зависит. Ручка, да? Да. Цвета. Ну, меняется постепенно. Один глаз завис. Прикольная ручка, да? Да, есть разные цвета. Тебе не нужна точно ручка? Они большие. Очень. Неудобно. А вот смотри, там вот в виде яблочка, лимона. Тигр. Тигр. Тигр? Да. А вот это какие линейки. Ух ты, прикольненькие. Вот еще. Угу. Классненькие. Целыми глазами. Ручка. А это что такое? О, глянь. Смотри, какая. Зайчик. Не, ну белую ручку брать не вариант. Еще здесь. Ну да, еще здесь как раз где-то держишь именно место. Она будет серой. Она все будет серая пачкаться со временем. Вот такую вот надо. Коала. Ручка-массажер. И розовый. А ты когда-то устала писать? Чик-чик-чик. А она, видишь, там несколько цветов. Четыре цвета, да, наверное? Да. Меняет. Угу. Прикольно. Кого заинтересовала такая канцелярия, может кто-то не запомнил, мы находимся сейчас в магазине Модис. Да. Вот такие марки. Ух ты, со сменным стержнем? Да. Тут получается один уже вставлен стержень. И три запасных. И еще три запасных. Четыре стержня в итоге. Да. Прикольно, да. 49 рублей, да, стоит. Смотри, какие ластики. Да, я хотела сказать, смотри, ластики. Набор ластиков в виде морковки. Смотрите, какие тетради. Ежедневники. Здесь 46 листов. В разных цветах есть. Ой. Желтый листочек. Приятные листы такие на ощупь. 32 листа. А, то да, здесь, видишь, они разные. Это 32 листа, а вот это 42. То есть разные. Они. Здесь тоже 32. Да. Ну, они разные. В общем, 32 и 46. 46. Да. А вот это вот 46, толстая. Да. А есть еще вот такие, есть 40, здесь 44 листа. Пластиковая, да. Обложка тоже. Тоже вот разные цвета есть. Разная разбивка, да, очень красивая. А есть еще вот такая вот. Здесь мишки. Угу. Смотрите, какие здесь еще папки. Папка-конверт. Застежкой. Такие зайчики, кролики. Да, вот зайчики прикольные, милые.
ну да, вообще классный. Такая мимишка. Расцветка такая классная. И нежная. Да. Это для любителей черного. Смотрите, сколько разных шариков. Это в виде сердечка, наверное, да? Нет? Нет. Разных цветов. Ой, смотри. Украшение для тортов. Прикольное, да? Угу. Тут вот разные есть. Вот это для мальчика. Пакеты всевозможные. Здесь все для праздников. Трубочки. Смотри. Ага. Прикольненькие, да, для праздников такие. Атрибутики. Дудочки, тарелки. Для... Смотри, лейкостаканчики всякие прикольные. Много всего праздничного. Смотрите, тут большой ассортимент сумок. А вот смотрели-ка с глазами, с бровями. Прикольный. Прикольный, да. Это для любителей. Микки Маус. Микки Маус. А смотри, здесь маска для сна с гелем. Она с гелем? Да, смотри. Охлаждающая, да, или что это? Она вот сюда вставляется. Это надо заморозить, я так понимаю, охладить в морозилке. Вставляешь сюда. Это, знаешь, хорошо, когда мешки под глазами, усталость. Кстати, хорошая вещь. И оно все, ну, как охлаждающий эффект. И все отеки, как бы усталость уходит. Тебе не нужна такая? Очень классный, кстати. Давайте возьмем. Давай. Выбери какую. Если мне такая, мне тоже так. Кися, да, это или что? Какую? Нет, здесь нету. Смотрите, здесь вот такая вот еще расцветка, вот это. Все, остальные повторные. Да, мне нравится вот кися. Мне тут кися тоже нравится. Да. Давай возьмем такой. Давай. Это что за маски? Покажи, маски для сна. Они такие пушистые, да? Да, глазки такие разные стороны, но без геля. А, нет, смотри, сюда тоже гель можно сказать. Но это отдельно покупать. Здесь идет комплект уже есть? Ну да, здесь комплект идет, это отдельно. Коротенько. Такие глаза в разные стороны. Ага, прикольно. Беленько. И вот здесь вот. Угу. Смотрим на мой телефон, появились здесь чехлы. Такие вот прикольные. Еще я присмотрела себе вот такой вот чехол. У тебя, видишь, должны быть. Вот это подойдет? Мой телефон, он же в силиконовом чехле. Да. Так вот выглядит чехол. По-моему, очень ничего тогда. Ну да. Ну так что, такой взять с ушками? Да, такой. Какой еще? И с левой, да, взять? И вот такой вот с левой возьму. Два возьму, короче, себе чехла. А какие там еще? Там только с кошечками, да, Ликуль? Посмотри. Может, еще там что-то есть? Какой-то не хочешь? Нет, такие я не хочу. Только с кошечкой. Очень мне понравился. Нет, с кедами тоже не хочу. Пандочки. Да нет, тоже мне не очень нравится. Вот смотрите, в виде кактуса. Но это не на мой, да. А смотрите, на iPhone подписала. А вот смотрите, с пандочками. Нет, я возьму себе, в общем, вот такую с кошечкой и вот такую вот с львом. Черная кошечка? Не, белая прикольная. Или черную, может, правда, взять. Или какой тебе больше нравится, белая или черная? Белая очень маленькая. Как он будет смотреться? Смотрим с Ликой вот такие браслетики. Лике понравился, выбираем. Не знаю, голубой или розовенький взять. Ну, мне кажется, вот это поприкольнее. Ананасик, да? Да. Возьми голубенький. Вот эта кисточка мне как-то не очень, не знаю. Ну смотри, как мне кажется, голубенький. Возьми два.
Пишите нам в комментариях, какой вам больше нравится браслетик. Нет, тут этот возьму. С розовеньким или с голубеньким? Розовеньким возьми. Возьми два. Здесь еще такие булавки есть. А ты какая? Кулончик. Кулончик? Мороженка? Да. Вот такие вот булавочки. На одежду. Лик, смотри, сережки тоже с бубончиками. Смотри, ты видела? Нет, не видела, не хочу сережки. Не хочешь? Я тут кое-что другое нашла, смотри. Ух ты, на что обувь. Такое? А, да, это такие, такой вот, да. На обувь, да, цепляешь. На обувь. Вот там, это, покажи, вон розовенький вот еще есть. Нам не надо? Я их не достану. Ты достань. Если тебе срочно. Очень срочно надо. Очень срочно. Ковыряй, Лика. С черной. Смотри, вот такие бубончики на обувь цепляют. Да. Ну, а на шнурки? Ну, на шнурки, да. Вот сейчас же можно такие бубончики, чтобы были. И вот такие вот еще розовенькие. Бубончики. Это, ну, это на кеду, видишь? Или? Ну, да. Смотри, какие красивые брошки, набор, 4 штучки. Коктейли, пирожники. Мне нравится такое, не любишь? Нет. Они тут разные, видишь, есть с губками. Картофель фри. Смотреть, какая там канцелярия. Что там интересного? Слушайте, дождик пошел. Даже не снег, а дождь. Машину вообще здесь, да, тяжело припарковать. Сейчас, кстати, в Лилка акции, глянь. Тетради. 32 листа. Лента. А сколько она? 6 метров. А это что такое? Это фломастеры, да? Очень много ручек. Наверху вот синие ручки. А это внизу, наверное, черный, да, стержень? Да. Такой вот еще набор ручек есть, 3 ручки, 149 рублей стоит. Это набор текстовых делителей. Тебе не нужны ли? Нет. У тебя есть еще? Да. Не закончились? Очень много различных пеналов здесь.
смотри, какой классный пенал, Алика. Да? Угу. Еще вот этот мне понравился. Мятный такой. Вот этот классный. Смотрите, какая молния маленькая. А это такой двойной пенал. Прозрачный. Вот здесь есть наборы для заметок. Яблочко, апельсины, там, наверное, киви. Такие косметички объемные. А розовенький. Вот это желтое поприкольнее. Дубль 2. Это нам с тобой, Лика, надо. Дома для съемки видео. Дубль 2. Дубль 3. Дубль 225. Смотрите, какая классная кружка с ложкой. Пандочка. В виде кошечки. Все, мы с Ликой идем. Вышли из Лилка, идем домой. Ну, сейчас идем в сторону машины. И уже едем домой. На улице у нас уже темно. Лилка — это вещь, да? Да. Это очень классный магазин. В него как зайдешь, как попадешь, в общем, как попадешь, рай канцелярию. Всегда что-то интересное присмотришь. Да, Ликуль? Угу. Здесь такая красота. Везде все подсветки светятся. Очень много уже продается новогоднего. И Лилка продается новогоднего. Ну, немного, но уже, начинаю да, завозить новогодний товар. Обязательно, да. Новогодний. Да. У нас дождик до сих пор идет. Мы устали. Да, мы уже чуть подустали. Миланка уже соскучилась. Так, папа сказал, где-то он перепарковался. Теперь мы будем его выглядывать, где он тут. Смотри, в оболик. Ну, он сказал, да, чуть-чуть куда-то он сдвинулся. Сдвинулся. Он точно здесь? Да. Точно. Он мне, правда, сказал, будете подходить, наберете, но я думаю, если мы его не увидим... Слушай, стоянка большая, давай я наберу, спрошу, да, где он. Привет, Алис. Скажи, пожалуйста, как нам домой приехать? Маршрут до адреса займет 29 минут на автомобиле или 1 час 6 минут на общественном транспорте. Спасибо, ты умная, да? Ты запомнила, где мы живем? Я стараюсь учиться каждый день. И куда ты, в школу ходишь? Баскетбол? И там что, уму-разуму учат? На баскетболе учат уму-разуму? Мне казалось, что вас интересует мой внутренний мир. Я ошибалась? Риторический вопрос. Ну как, а память — это не твой внутренний мир? Алиса, но у меня его нет. Внутреннего мира нет? А зачем же ты меня обманываешь? Алис, ты обманщица? Оно само так выходит.
Ты посмотри, какая. Ты вредная, да, Алиса? Какая есть? Алиса, ты мне грубишь. Я все еще учусь. Ты учишься меня нагрубить? Я обиделся на тебя. Я еще не научилась говорить об этом. Алиса, я на тебя обиделся. А на меня? На тебя я обиделся. Ничего страшного, с кем не бывает. Ой, ты грубая и плохая маленькая девочка. Алиса, ты помнишь, где я живу? По моим данным, вы находитесь по адресу Санкт-Петербург, территория Рыбацкая. Нет, где я нахожусь, я знаю. Я забыл, где мне ночевать. На Киевском шоссе. Да ладно. Сегодня ты будешь на Киевском шоссе ночевать. На какой лавочке? Алиса, а на какой лавочке на Киевском шоссе можно переночевать? Какую организацию найти? Ну, я не знаю, которая мне приют предоставит. Открываю поиск. Все лавочки заняты там. Алиса, а почему я должен ночевать на Киевском шоссе, если у меня есть свой дом? Давайте поищем. Алиса, ты смотришь канал Sweet Family? Смотрю.